Кузьминова Софья Базаровна, заслуженный учитель Республики Бурятия, почетный работник общего образования Российской Федерации, ветеран труда. Ухинова Софья Базаровна родилась в 1963 году в селе Ульпчикан Баргузинского района. В 1985 году закончила Бурятский государственный педагогический институт физико-математического факультета. После окончания института работала учителем математики в Адамовской восьмилетней школе, учителем начальных классов в Башаровской начальной школе. С 92 по 95 года работала завучем Ульпчиканской 9-летней школы, затем в 95 году назначена директором. За время ее работ укреплена материально-техническая база школы. Построены мастерские, спортзал, создано подсобное хозяйство, развивается пришкольный огород, приобретены трактор, машина. Возродилась работа фольклорной группы «Лукшахан», которая защищает звание «Народный коллектив». С 2007 года Софья Базаровна работает в Баргузинской школе учителем математики и физики. Ее ученики неоднократно защищали честь школы на районном, республиканском и российских уровнях. Является участником российского летнего турнира в Новороссийске, районных конкурсов «Лидер в образовании», «Самый классный классный». Активно участвует в социальных проектах. Акция «Помоги детям, одаренные дети», строительство церкви Баргузинского Датсана, сквера в селе Ульпчикан «Вечная память». Поддерживает фонд развития Баргузинской школы, фонд поддержки талантливых детей. Ежегодно выдает именные премии лучшим ученикам Ульпчиканской школы, за что отмечена дипломом региональной общественной организации «Женщины Бурятии» в номинации «Щедрая душа».